Когалым – единая дежурно-диспетчерская служба. Здесь, на этих экранах, весь город как на ладони. Цифровой комплекс был запущен в работу в 2014 году. С тех пор система «Безопасный город» работает 24/7, обеспечивая антитеррористическую защищенность объектов и предотвращая совершаемые преступления. Польза программы «Безопасный город» неоспорима. Только за 2023 с помощью камер видеонаблюдения удалось выявить 286 правонарушений. В Когалыме всего же покой граждан в культурной столице Югры помогает охранять 70 камер видеонаблюдения. Социальный объект, офисные здания, проезжие части, парки, скверы. Записи с камер безопасного города хранятся 30 дней. Каждые 4 часа специалисты единой диспетчерской службы их внимательно просматривают. Трансляция на эти экраны идет в режиме онлайн. Доступ к просмотру также есть у сотрудников Когалымской полиции. Важно отметить, что система «Безопасный город» регулярно расширяет свои границы. Это делается для того, чтобы в каждой точке города местный житель или приезжий гость чувствовал себя защищенным. Было установлено 52 камеры и 18 камер дополнительно было установлено в 2022 году. Кроме этого, в 2022 году стали мы наблюдать за пляжем нашим, который тоже был введен в эксплуатацию. Там у нас установлено 6 видеокамер, но они устанавливаются на летний период, когда купальный сезон. Одна видеокамера установлена на ТБО. То есть было горение мусора с целью постоянного контроля. Там тоже была установлена в 2021 году видеокамера. Для когалымчан система «Безопасный город» – это гарант защиты от ЧП и потенциальных угроз. Если касается автомобилей, то, конечно, можно какие-то происшествия все это заметить. Все дворы просматриваются, все видно. Где-то кто-то что-то совершил, естественно, сразу на нем. Я считаю, что большой плюс. Я считаю, Когалым – это спокойный город, никаких пререканий нету. Уже 10 лет система «Безопасный город» без праздников и выходных работает во благо общественного порядка. Но даже осознание того, что любой преднамеренный жест против общества сейчас фиксируется на камеру, не останавливает тех, кто фигурирует в криминальных сводках. Впрочем, с помощью цифрового комплекса безопасности поиск нарушителей порядка надолго не затягивается.